Он упал с высоты 5000 метров и даже не получил переломов. Его достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Его ученики – чемпионы мира. Заслуженный тренер России по кёкусинкай карате. И последний вопрос. Многие бойцы для тонуса, выносливости, силы духа и так далее гоняют кросс на длинной дистанции. Но есть интереснейшие упражнения вроде ускорения с покрышкой, парашютом, скамейки и так далее. Подготовки бойца лучше использовать бег на длинной дистанции или стоит уделять больше времени интервальным тренировкам во временном формате? Естественно, что если вы хотите заниматься легкой атлетикой, пожалуйста, бегайте как можно больше и дальше, и вы будете хорошо дышать на длинных дистанциях. Но